Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва тааля ва баракатуху. Дорогие друзья, братья, сестры, мусульмане. Вы все знаете то, что нападают войны границы Таджикистан и Кыргызии. Но в каждом социальной сети интернете люди думают то, что сначала и первые таджики нападали. Но не так. Никогда таджики первыми не нападают. Таджики все мужчины. Но просто много видео поставили, но я по-русски очень плохо знаю, поэтому хотел сказать. Кыргызы нападают на границу Таджикистана, пострадают детей, убивают жестоко и говорят, что таджики напали на нас. Каждый раз так. Таджики добрый народ, никогда первый не начинают. Об этом на всех социальных сетях интернета, Facebook, Twitter, Skype, и Instagram и так YouTube все думают то, что таджики первый нападали. Но таджики мужчины никогда первый не нападают. Просто народ киргизи, блин, самый последний, блин. Почему они убивают только детей и старшими? Почему? Таджикистан, бабай!